Старость — это жизненный закон, так же, как детство, юность, зрелость. И принимаешь это как неизбежное. Надо жить, а не киснуть. А как иначе? Завтра может помирать. А сегодня должно быть интересно. Нет, все-таки хорошую жизнь мы прожили, ничего не скажу. Поэтому, когда встречаешь какую-нибудь подлянку, думаешь, ну, сволочь ты эдкая, что ж ты забываешь-то, что надо любить друг друга, помогать друг другу. Не вечно мы тут живем. Я вам по секрету скажу. Моя бабушка была приближена Израилю. Сейчас припомню. Склероз. Если старость должна быть, она не должна быть жалкой. Наоборот, достойной, благородной.